Привет, привет! Как твои дела? У меня нормально, более-менее. Короче, меня зовут Дмитрий, это канал Grey Play, и мы играем в игры, если ты не в курсе, ну вдруг ты зашел случайно. Игра новая, может быть несколько дней ей, естественно я записываю уже не первый, ты скорее всего уже это видел, на титульной картинке у нас панк, причем череп в панковском таком стиле. Ладно, посмотрим, поиграем. Что это такое? Полчасика у нас есть, чтобы это все с тобой посмотреть. Давайте новое. Поехали. Что? 0.8. Чего? 0.3.0.8. Что это такое? А, это кем играть? А, да ладно. А, да я девочкой буду, наверное. Да? А там что написано? Подожди, за ним, за мной. А, это стиль, это просто стиль. За мной написано просто стиль. Давай девочкой играть. Ну а в чем? Че, я пацаном буду играть? Я пацана буду пацаном играть. Нет, будем девочкой играть. Ага. Лоудинг. Прикольно. В таком, по-моему, 90-м стиле играх все это сделано. Вроде бы как. Кстати, заставка. Если я не забуду воткнуть ее перед началом ролика, то если она будет, хорошо, если нет, то значит я забыл, я дурачок. Так что заставка там есть. Читаем. Сами, ребят, я пока не освоился полностью. Я быстрее читаю, да, но не все еще из головы вышло, чтобы читать быстро. Возможно, еще через недельное лечение будет проще. Не пойму, это дети еще, они? Не пойму пока. Ну, ты читаешь, ты понимаешь, я не читаю. Простите. Ну, короче, куда-то они ее выбрали. Он ее выбрал. А кто он вообще такой, этот мужик? Это вообще человек или ты? Я понимаю, игра с юморком, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Анархия на спине у девочки. Анархия. Бита. Будем битой бить. Там на обложке изображена была бита. Видимо, это центральное оружие персонажа. Главное оружие персонажа. Графика на максимальных настройках, так что если что, вдруг уж извините. У меня как игра, я уже привык, вот как игра выставляет настройки сама, я их никогда не меняю. Максимум, что я могу убрать, это вертикальную синхронизацию иногда, либо убрать какое-нибудь непонятное, ненужное сглаживание, которое я не вижу вообще, какие-нибудь панорамы там где-нибудь есть такие. Так, ладно, это что у нас такое? Двигаемся мы в ASD. Мышка практически, я так понимаю, не работает, да? А, мышка идет драться. Ну, хорошо. Извините. А ёлки, это можно бить. Прыгать она не прыгает. Ну, в смысле, это кто? Это мои? Ну, пошли. Сейчас чем будет... Ты кто? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. А как с тобой разговаривать? А, прыгать она пробелом. В смысле, как с тобой разговаривать? Так, у меня карта справа... Что? А что за звук? Это замечательно. Как с тобой разговаривать? Enter? R, R, F, F, M, P, K. Пробил? Нет. Что? Нет? Tab, куда бежать? А, Tab? А, это куда я могу? Направь. Понял. Подожди, бери. Как с тобой разговаривать? Никак? А! Блин, я думал... Ну, хорошо.
А что за звук? Это узли человека, да, получается? Это в смысле я упал? Я должен со всеми говорить? О, она безрукая, прости, пожалуйста. Это ей, это купить, это магазин какой-то. Так, я не хочу по папашке играть. Опа, петух. Опа, на курсорчик, ну, в смысле, на... Короче, колесом крутишь, получаешь такую карту, мини-карту, еще и можно бегать. Хорошо, но она также отображается сверху, если что. Это что такое? Это что такое? Куда это меня? Это куда? Подожди. Е. Это куда-то, так, если загрузить... Ну, да, ты дурак. Иду спокойно, никого не трогаю, нет, он начинает жужжать. А куда идти-то? Здрасте. Ну-ка, подожди. А, это... А, фу ты, я думал, это куда идти, а это просто. Куда я, в принципе, направляюсь. Вон на карте направление, куда мне идти. Мне надо кого-то разбивать, кому-то морду бить. О, здрасте. Это тот, кто меня отправил вообще сюда. Здрасте, е. Погнали, говорю. Я говорю, погнали. В смысле, я тебе сейчас ударю. Я понаклацаю, можно? А как? Сюда же... А, сюда. Поехали. А это, я так... Это, я так понимаю, какая-то база. Это, я так понимаю, база. Loading. Загрузка. Это, я так понимаю, база, где мы все там были. Это... Место, где прокачиваться, наверное, надо. Я пока не знаю. Как и ты первый раз. Так, что это такое? 2-0 из 2 чего-то там. Это что такое? Хоть, А что я за это получил? Где что у меня? А кто мне дал? Подожди, это что такое? Хорош. Не, дерется он забавно. Ну, с FPS-ом явно проблемы какие-то. Чуть, это обратно, да, дорога? Не надо мне дорогу обратно. А это что такое? Это я умираю, наверное? Ну да, это плохо. Это я туда не полезу. Сколько? А где мое здоровье? Где мое здоровье? А, здоровье у меня сверху. Оно в виде сердечек. Я понял. Ну я не буду менять его. Ну, в смысле, это обзорчик небольшой. Поэтому смысл мне менять изображение оттуда сюда. Так, это убивать. Это убивать, да? Да, это убиваем. Нет? Ну да. Воу, да ладно. О, тихо. Ты дурак? А тут монстр, а мясо. Я ем мясо, и они пополняют сердечки? Да, смотри. Как кайфу. Мясо это хорошо. Тихо, ну это короче бит. Это просто, ну в смысле, бит, не бит, в смысле музыки бит, а... Мы деремся, просто деремся и все. Иди сюда, сюда иди. Я бью мышку, если что, вдруг. Можно джойстиком, скорее всего, это и удобнее, и логичнее. Че? А он не убивается, он слишком сильный для меня, наверное, да? Хоп, хоп. Да на ней, да в смысле? Ты дурак? Сейчас меня убьют, я чувствую, жопой прям чувствую, сейчас меня завалят. А он что у меня вор... Где-то там что-то растет. Не в смысле писюн растет, а вот что-то растет. Ты кто? Ты такой здоровый. Прям босс какой-то, что ли? Тихо. Полжизни. С одного удара прям бах и полжизни. Они слабенькие. Ну это, короче... Опа. А, это колесиком прокручиваться. Хорошо. Ну неплохо, неплохо. Ну-ка, давай ее убьем. Все... Ага. Вот оно что. Мы ее убьем, и она убивает других. Хорошо. Иди сюда, тварь. Да куда ты? Ага. Ты стреляешься? Похоже на... Опа! Одна. Просто одна. Просто одна. Я думал, это одна из двух. А это нет. Это вообще другая. Это какой-то рюкзак. Надо что-то типа рюкзака. Я не знаю, что это такое. Иди сюда. Хорошо, пойдем. Ну, пока так. Это просто... Опа, я... меня ранили? Подожди, а меня что-то ранили? Что это такое? А, я понял. А меня ранили что? А у меня пол жизни, у меня пол сердечка, охренеть. Так меня сейчас убьют, дружище.
это пипец. Это пипец. А можно где-то... Опа, еще одна кассета. А можно... Это что, сохранение? Костер. А можно вот сохранить? Ну, конечно, я сдох от своего же костра. 250 из 250. Что-то мне дали, смотри. Окей. Ай, короче, я понял, что это такое. Это с большими уровнями игра. Ты такие играл. Ты прокачиваешься, просто попутно убивая. Вот убили, начал сначала в этом же, по-моему, месте, либо на этой же локации. И дальше, все, качаешься дальше. Ну да. Все точно такое же. Просто зря не сделали, что надо бегать. Надо просто бежать, Да, ну не надо со мной вообще разговаривать, отстаньте. Пойдем. Это что-то мне наговорит, ты можешь прочитать так быстро, я так быстро не могу. Короче, получается, что в эту игру удобнее играть, наверное, на джойстике. Но у меня, к сожалению, он далековато и заряжается. Я его взять на эту игру не могу. Потому что если я его возьму, ну там ничего. Привет. Слушай, ты не умираешь? А где ты был в прошлый раз, придурок? А чё у меня? В смысле? Не надо этого говна. Не надо меня пуляться. Спасибо за то, что мясо дал. Это же мясо. И я не могу его взять, потому что у меня максимальное количество этого мяса. Это кусок мяса. Сырого причем мяса. Чему учат подрастающее поколение? Есть сырое мясо. Ну как же так? Опа. Ой, да в смысле? Я тебя вообще не хотел трогать. Придурок. Ой, блин. Вот. Подожди. Его каждый раз бьешь, он выскакивает, мудак. Нет. Пойдем возьмем. А где мясо? А, еще все. Висит. Возьмем. Красавчик. Я не... Кассетки. Они исчезают каждый раз, да? Они, получается, на этой локации, где я сейчас нахожусь. Подожди, она генерируется? Смотри. Она генерируется. Сама локация генерируется рандомно вообще. То есть это уже другой вид. Перспектива другая. Этой херни здесь не было. Я тебе говорю. Извини. Иди в жопу, слышишь? Там вас слишком много, и вы огромны. Ой, да ты пошел ты нахер. Ты идешь? Идет. Я мышкой бахну. Так, окей. Победили мудаков. Это что такое? А как я? Что-то взял. Ой! В смысле? Да пошел ты нахер! Да в смысле вы такие дерзкие? Они просто... Я так не понимаю. Я стою за деревом, ничего не видно, и появляется мудак, которого в принципе не видно, потому что он специально, наверное, за деревом появляется. И что я должен? Ага, сейчас. Козел. Он за мной бежит? Ну да, пойдем. Да, но не, да, уйди. Кассету забирай. Или диск, кто кому говорит. Вот знаешь, что плохо? Когда я бью, он не... Двигается, он стоит на месте. Вот я ударил по ошибке, допустим. И в этот момент он стоит и ждет. Вот я ударил, двигаться не могу. Так двигаться могу, так ударил, он стоит. И вот этот... момент его начинают колбасить. Все, кому не лень. Все, вот все. У меня три уже кассетки. Отстань. Да ладно. Сам хочешь. Все? Что это? Это что? Это что за мудак? Это что? Какой-то... Что это такое? Это кто? Появился у меня на плечах. Это кто это? Что за мудак? Опа. Я куда пришел? Это конец уровня? Ну или не конец уровня, локат. Это что? Подожди. Я вижу по карте, вот.
вот это место. Оно как-то даже дышит. А, два надо найти. А, это не... А, это тотемы какие-то, все. Надо найти два тотема, и мы отсюда придем, откроем и зайдем. Так, а мы здесь зайти можем? Это кто? Это продавец? Здорово. Здорово, 35 кассетчик, мы чтобы это что-то купили. А там 12 стоит. Ага, как барыга. Барыга. Еще раз скажу, барыга. Оп, я тебе все разломаю здесь, козел. Да? Я когда... Ага. Так, эти лучше не бить, они дают сдачи. Я получаю... А, вон она. Вот она. Такая... А, вот это оно? Да ладно. Нажимать, держать. Хорошо. Я понял. Одна есть, да? Одна из двух. Точно? Это оно? Одна из двух. Все, оно на карте отображается. Прекрасно. И травка зеленеет, солнышко блестит. Вообще круто. Так, идем дальше, ищем. Ну, по краю... Как я не заметил тебя. Я не заметил тебя. Пойдем мы. Да мы сюда не идем. Это конец локации. Так, она какая-то такая. Понимаешь? Сюда мы не зайдем, да? А это что за человек? Он здесь стоит тоже. Продавца, друг? Или тоже продавец? А это кто? Подожди. Это откуда я пришел? Стопэ. А ты кто? А как сюда прийти? Ты кто? Подожди. Да подожди ты. Я первый раз тут здесь слышу. Рассказывай. Ой, да ну не, ну хорош, да да ебы жопу. Вот честно, я сюда зайду. А сюда нельзя зайти. Я сюда не могу зайти. Как туда? Кого-то убить я могу? Правой кнопкой мышкой и... Что? Что это? Я очень быстро нажимаю на джойстик. Ну, в смысле, на... Боже мой, на мышку. Что эта хрень дает? Это shift. При зажимании шифта он что-то делает, но я отпустил. В смысле? Нихера себе, это круто. А, он так взрывается? Ну-ка. Хорош. Он что-то взорвал мне. Да ладно, я прошел? Или я так мог, в принципе, перейти? Здравствуйте. Это кто? А, возможно, курица? Ну, если ты с курицы, значит, ты нормальный человек. Барыга, какой-то барыга, и все. Да, это там... Извини. Это можно было и так пройти? Вот это я даю. Ну-ка, опа. Хорошо. Прекрасно, великолепно. Да ну нет. Ну, ой, ну не. Это отвали. Да вот так. Тихо. Я вот так сделаю и подожду тебя вот здесь, дружок. Иди сюда. А можно тебя подождать вот здесь реально? Вот, и ты сдох, да? Надеюсь. А, он не с одного раза еще сдыхает. Он слишком мощный. Сдохни уже, твою мать! Козлина, я сейчас сам умру, мне кажется. Ну да, здрасте. Жопа, Новый год, пипец. Одна из двух я нашел, и я меня убью сейчас. Это обидно, а где сердечки брать? Это слишком сложно, я тебе скажу. Это слишком сложно, потому что убиваю здесь нормально, а дают здоровье вообще никак. В принципе, ничего не дают. Пошли искать что-нибудь. Ага, сейчас. Тихо. А эти дебилы перепрыгнули. А что он взрывается? Что-то я нашел. Ну я видишь? Они взрываются. Да ладно, они падают. Они прыгают ко мне и падают, дурачки. Ну-ка иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Сюда иди. Ну, дурачок. Вон, видишь тень? Вон. О, хорош. Прыгай сюда, дурачок. Опа. Хорош. Вот он пердит и от меня... Он должен упасть.
Ну что, я так не перейду. Да вы издеваетесь. Прыгни! Ой, ладно, иди ты в жопу, короче. Я пошел. Подождите, а где я был? Тут я тоже был. Я везде. Это мне надо вниз идти, где я сейчас только что был и где эти мудаки сидят. Ой, блядь! Ну, а, да ладно. Все, ну, прошел, суд прошел. Че мне дали? 750 очков. Я еще каску дали, серьезно? Окей. Хорошо. Окей, прям вообще. Новый поход. Loading. Очень неплохая игрулька, но она сложновата. Она сложновата реально. Здесь нужно либо джойстик, сказать, что скорее всего, мне кажется, джойстиком удобнее. Потому что мышкой ты управляешь, ты как, ну, не чувствуется всего этого. Дэндиский звук, ну. Дэндиский звук, я тебе говорю, реально, ну реально, как кайфы. Мне, я не знаю, мне нравится. Ну не вся, конечно, музыка, но... Ну, точнее сказать, в стиле дэндивском, то есть обработано. Сейчас таких много в интернете, можете сами посмотреть. Так, это что? Это что-то я... Тут можно прям на уровне собирать. Ты в смысле? Как это? Ну как, ну в смысле, я имею в виду, что... Это мне достается или это так? Понты. Так, я умру или не умру? Ну-ка. Ну, нет, нормально. Вообще все это разбивается, да? Ну, не все, но разбивается. Ну, короче, в принципе, игрулька вообще кайфовая, веселая игра. Безрукая продавщица, ну это пипец. Боссы я представляю, какие здесь. Огромные, скорее всего, огромные, прям огромные боссы будут. Это туда проход, когда, наверное, куда-нибудь я буду проходить. Логично, да? Проход, чтобы проходить. Ну, а куда еще? Так, а ты замолчи уже. Ты слишком много. А если курицу бахну? Хай! Ну, ее убить нельзя. Это очень хорошо. Никто издеваться над ней не будет. А над этими можно издеваться, но они... Ладно. Они ничего не делают. Они просто ходят и даже не ноют. Ну, это тоже хорошо. В принципе, вот. Чё? Арена какая-то, что это? А, я думал, он-то он боксирует, а он просто. Короче, нормально, чё? Битбокс там все дела. No, there's no lily. Есть такая песня, была когда-то давно, когда я еще... Опа! Реально, игрушка веселая, походу. Ну, блин, по крайней мере, оформлением и наполнением этой игры персонажами она веселая. Это прикольно. Смотри, там панки, там битцы эти... Бит, как это называется? Биксеры. Вообще, я не помню, как это называется. Ну-ка... Ты посмотри, да нахрена он вообще? Или ты она, наверное. Хотя фиг их поймешь, этих молодых, молодыдёша. Длинные прически у одних, короткие у других. У мальчиков могут быть длинные, у девочек короткие. Ладно. Так что игрушка веселая, вот реально веселая игра. Неоднозначные персонажи. Довольно. Я даже, наверное, поигрывать в нее, может быть, на стриме какого-нибудь покатаем, но я считаю, что для стрима она скучновата. Возможно, я просто посмотрел, сколько мы посмотрели, 25 минут примерно, но, скорее всего, здесь нужно пройти вот эту локацию, захватить два этих штучки, дрючки, мучки-пучки. Появится новая локация, а может быть откроется босс какой-нибудь первый, легенький. Поэтому возможностей здесь много. И скорее всего, да, я, наверное, поигрывать буду в нее так, сам с собой. Ты понял?
О, это кто? Хорошо. Хорошо, хорошо. Так что, может быть, будут стримы, я же говорю. Может быть, по этой игре будут стримчики, и мы с тобой поиграем. На стриме попроходим эту игру. Да, ну не умничай. Так что мы на этом закончим. Подписывайся, ставь лайк, делись комментариями. Скидывай ссылочку друзьям своим на этот видос, что вот это классная игра вообще. А тот, кто ее снимает, вообще красавчик. Ну, шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды.